Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров и председатель правления банка Акбар Зуфар Гараев посетили совместную нейромаркетинговую лабораторию «Нейролаб». Определить, как меняются эмоции и поведение человека при просмотре контента, помогают нейромаркетинговые исследования. Это важно для разработки новых учебных программ, презентации научных разработок, формирования предложений товаров или услуг. Своя лаборатория теперь есть и в Казанском федеральном университете. Проект был разработан в рамках коллаборации с банком Акбарс и компанией «Нейротренд», одним из лидеров в области нейромаркетинговых исследований в России. Ректор университета и председатель правления банка посетили лабораторию, чтобы узнать, как и в каких условиях в ней ведется научно-исследовательская деятельность. Наши медики, тоже вот мы и встречались с руководителем компании, разработчиком, они исследуют вопросы восстановления речи после тяжелых заболеваний, разных инсультов. Не только вот там КТ, МРТ используют, да? Они смотрят вот по данным маркерам, как вообще восстанавливается речь, как они воспринимают те или иные воздействия. То есть здесь огромное количество возможностей. Чуть-чуть программный продукт переработать. И поэтому вам большое спасибо, потому что вы дали старт, вообще нас свели. Лаборатория включает в себя комплекс профессионального нейрофизиологического оборудования и программного обеспечения для замеров неосознанных реакций респондентов на различные виды контента. В дальнейшем эти данные будут обрабатываться и учитываться при расчете маркетинговых метрик. Напомним, что решение о создании новой лаборатории было принято на рабочей встрече ректора вуза Ильшата Гафурова с руководителями основных структурных подразделений университета. Тогда же было рассмотрено предложение о включении нейролаб в структуру высшей школы Открытый институт инновационного, технологического и социального развития Института управления экономики и финансов Казанского федерального университета. Ариадна Кугушева, Александр Кузнецов, Универньюз.